Представляем новые металлические оттенки в нашей линейке контуров для создания жемчужин. Старая медь, розовое золото, старая бронза, шампань, сталь, медное серебро. Контур для жемчуга сделан таким образом, чтобы не вставлять острых верхушек. Через минуту после нанесения точка приобретает идеальную форму полубусины. Жемчужины довольно быстро схватываются снаружи, но полное высыхание занимает около 48 часов. После высыхания материал довольно гибкий, его можно промять, но он восстанавливает форму через некоторое время. Жемчуг хорошо сцепляется и с твердыми поверхностями, и с тканью, и с плотной бумагой. Его используют для создания крупных полубусин в самых разных художественных и декоративных техниках. Купить новинку уже можно в магазинах наших партнеров, а также на маркетплейсах Озон и Wildberries.